Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. В следующем году мы, если возможно, еще активней, еще веселей, еще дружней будем принимать участие в новых конкурсах. Итоги работы проекта «Школа Росатома». Гонка мне очень понравилась, команда у нас очень слаженная, ребята постоянно ездят по соревнованиям. Соревнования по гребле на лодках «Дракон». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну в целом суммарная мощность 22 875 мегаватт. В работе 28 энергоблоков, суммарная выработка 102 миллиарда 746 миллионов киловатт-часов. По году 103,5% к плану ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первый и второй энергоблоки нагрузка суммарная 2020 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок 40-е сутки. Средний ремонт с ЧЗТК и ПСЭ. Работы в графике. Выработка электроэнергии с начала июля составила 389 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 19 миллионов киловатт-часов. С начала года выработано 10,5 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 548 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Проект «Школа Росатома» реализуется с 2011 года. Он направлен на развитие системы образования городов, где расположены предприятия атомной отрасли. За прошедший учебный год прошло немало олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. Итоги проекта «Школа Росатома» за 2017 год подвела руководитель методической службы Комитета по образованию Десногорска Татьяна Кужениязова. В этом году в проектах школы «Росатома» приняло участие 86 детей. Татьяна Кужениязова рассказала о самых ярких программах минувшего учебного года. Самыми яркими и интересными событиями, на мой взгляд, стали конкурс инженерного творчества «По следам Жюля Верна» и прекрасная победа наших школьников на очном, на финальном этапе этого конкурса. Также замечательным, таким объемным, большим событием стал чемпионат по футболу для дошкольников, который проводился у нас, муниципальный этап проводился практически целый месяц в городе. Все детские сады, все дошкольники принимали в нем участие. Вот. Было очень это интересно, с таким накалом страстей. Прямо вот и родители так активно приняли в нем участие. Прямо вот, ну, незабываемое событие на фоне проходящего сейчас чемпионата мира. Я думаю, что мы вот прямо с такого раннего возраста смогли ребят приблизить к спорту, к здоровому образу жизни. Ну и, конечно, то, что наши малыши съездили в Воронеж. Тоже было для них ярким, незабываемым впечатлением. Также считаю такими вот очень значимыми, хорошими победами наших журналистов телевизионного проекта «Атом ТВ» и также конкурса газетной журналистики издания газеты «Росатом Скул», которые тоже сейчас у нас ребята все больше и больше подтягиваются к этому, пишут статьи. Я думаю, что это тоже вот даже просто дает им какие-то вот навыки, какие-то новые умения, кроме того, что возможность реализовать себя и, возможно, определить свою будущую профессию. Очень значимым и масштабным в этом году получилось проведение метапредметной олимпиады. В ней принимало участие 8 команд. Раньше у нас такого количества в городе не было. Метапредметная олимпиада – это такой тоже нестандартный формат, нестандартный подход, который открывает у ребят более широкие возможности для мышления. Но они начинают думать по-другому, к
ко всему подходить. Ну и плюс это умение работать в команде. То есть все то, что нужно современному человеку. Надеюсь, что в следующем году мы, если возможно, еще активней, еще веселей, еще дружней будем принимать участие в новых конкурсах, потому что они всегда интересные. Школа «Росатома» имеет свой девиз «Мы проектируем будущее, чтобы войти в него первыми». В сентябре она представит новые программы и конкурсы, и еще больше ребят будут привлечены в школу «Росатома». На территории яхт-клуба прошли соревнования по гребле на лодках «Дракон» в рамках спартакиады работников Смоленской атомной электростанции. Первые гонки на драконах в Десногорске прошли в 2013 году по инициативе генерального директора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова. Этот вид спорта стремительно завоевал в городе атомщиков массу поклонников. Гонки на длинных лодках, украшенные головой дракона, стали традиционными. Участие в соревнованиях приняло 8 команд. В каждой команде 12 человек. На носу лодки барабанщик задает ритм для 10 гребцов. На корме рулевой веслом управляет лодкой и подает команды гребцам. Спортсменам необходимо было пройти дистанцию в 1 километр. Соревнования получились очень напряженными. Команды не хотели уступать, и борьба шла за секунды преимущества. После пройденной дистанции спортсмены из реакторного цеха поделились своими впечатлениями. Мы надеемся на победу. Прошли хорошо, сработано. Свой заезд выиграли. Будем смотреть второй заезд и надеяться, что все-таки всех обыграли, как и планировали, как обычно. Гонка мне очень понравилась. Команда у нас очень слаженная. Ребята постоянно ездят по соревнованиям, вот, поэтому главная задача была не отстать, попасть в ритм, вот, и выложиться на все 100%, что я и сделал, и, надеюсь, не подвел команду. Победителем соревнований стала команда реакторного цеха. На второй ступеньке пьедестала – турбинный цех. Третье место у объединенной команды «Киловатт». Десятого и 11 июля в 21:00 на стадионе «Атомтранс» пройдет прямая трансляция игр полуфинала чемпионата мира по футболу. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей!